Это отбойный молоток с патроном SDS Max GSH11WC Professional от Bosch. Он отличается оптимальным соотношением веса и мощности среди инструментов своего класса. Его двигатель на 1700 Вт обеспечивает энергию единичного удара 23 джоуля при весе всего 11 килограммов 400 грамм. Благодаря этому средняя производительность выемки этого инструмента составляет более 1 тонны бетона в час. Основная боковая рукоятка GSH11WC Professional отделены друг от друга. Кроме того, благодаря удлиненной пневморессоре, оптимизированный ударный механизм сокращает вибрации в месте их возникновения. Это означает заметно меньший уровень вибраций и увеличение допустимого времени работы – более 3 часов в день. Надежные металлические компоненты, такие как алюминиевый шатун, гарантируют долгий срок службы. Его вытянутая форма особенно подходит для выполнения долбежных работ. Вы можете удобно работать в вертикальном положении практически без наклонов. Убедитесь сами в преимуществах GSH11WC Professional самого мощного 11-килограммового отбойного молотка в мире.